Да, в принципе, ничего говорить не надо было. И так все уже были настроены на победу. Мы в Викторию ехали за очками. То есть, ну, у нас травмированные потихоньку пришли в чувство, да, уже. И усилились с центральным защитником Новицким. Как бы, ну, уже что-то получается, начинает получаться, да. Какие-то моменты Виктории игра это доказала. Ну и сегодняшняя игра. Мы играли только на победу. У нас была явно четкая цель выиграть сегодняшнюю игру. Ну, в принципе, что мы и сделали, да. Со стороны показалось, что сегодня тренерский штаб угадал как со стартовым составом, так и с заменами. Ну, получилось, да. Получилось, что мы угадали сегодня и со стартовыми, и с заменами. Поэтому главное было добиться результата. Мы говорили с ребятами, что тут должны каждый друг за друга биться, выходить. Неважно, ты вышел со старта, либо с замены. Мы должны были добыть эти очки, долгожданные эти очки. И это психологический подъем для нас. Я надеюсь, что будет идти дальше это все. И с перемогой мы тоже едем туда за очками. О чем говорили в перерыве, все-таки после первого тайма была ничья, плюс по игре, скажем так, ну, наша команда явно уступала как по владению, так, наверное, и по преимуществу. Мы перестроили некоторые моменты, то есть у нас и замена случилась в перерыве. То есть мы немножко перестроились и решили, что, ну, сначала мы хотели наладить игру в обороне, то есть организованно сыграть и уже искать свои возможности, свои моменты. Ну, понятно, что мы поперли, да, сначала не забили несколько моментов, но, слава богу, у нас получилось забить. Ожидали такое прыти от Никиты Игуменова? Ну, чего нет. Он очень классно сыграл в Виктории игру, и мы его поменяли в конце только из-за того, что у него там с голеностопом были небольшие проблемы. А так, да, ожидали. Он, как бы, парень уже опытный, и играл на каком-то уровне уже, и в первой лиге он играл, и во второй, поэтому ожидали. Мы от него изначально, когда его брали в начале сезона, ждали этого. Вот сегодня он выдал эту игру.